Делать в срок и качественно в этом году в Кустанайской области идет масштабная работа по ремонту дорог. В общей сложности охват более 1200 километров автодорог. Особое внимание к транспортным артериям городов. Подробнее в материале моих корреспондентов. 56,5 миллиардов тенге в этом году направлено на ремонт дорог в Кустанайской области. Охватят 1200 километров в 108 населенных пунктах. Асфальт появится даже там, где его никогда не было. В отдаленных селах, на небольших проселочных дорогах. По состоянию на 23 сентября отремонтировано 660 километров автодорог местного значения. Вместе с тем завершается реализация крупного проекта по среднему ремонту последнего неудовлетворительного участка автодороги областного значения Житыгора-Камысты-Ливановка протяженностью 33,5 километров, который связывает Камыстинский и Житыгоринский районы. В рамках реконструкции моста на 153-м километре автодороги Ауликоль-Жалдама вблизи села Дамды на сегодняшний день полностью завершены работы по демонтажу конструкции моста. Также завершена отсыпка технологической площадки с отделением русла реки. Ведется заготовка материалов. Завершение данного проекта запланировано на 2025 год. На ремонт улиц населенных пунктов выделено более 21 миллиарда тенге, охватят 89 участков. Работы идут и в рамках проекта АУЛ ЕЛБСГ. В этом году подрядные организации столкнулись и с трудностями. За сезон было зафиксировано 60 дождливых дней, поэтому особое внимание к качеству выполняемых работ. С целью усиления контроля над проведением строительно-монтажных работ в текущем году из средств областного бюджета выделено 314 миллионов тенге на услуги Кустанайского филиала Национального центра качества дорожных активов. На сегодняшний день филиалом НЦКД осуществлено 581 инспекция на объекты ремонтов, отобрано и испытано 1561 проба. Устранение всех выявленных замечаний и дефектов находится на постоянном контроле. По области остается не устранены 266 замечаний, из которых 67% или 178 замечаний приходится на районы Биембет-Майлина, Денисовский, Федоровский районы. Все замечания по ремонту необходимо устранить. Такое поручение даст глава области Кумар Аксакалов. Он также отметит, что в этом году большой объем по ремонту дорог в городах. Например, в Рудном в порядок приведут 39 улиц и потратят более 2,5 миллиардов тенге. Это в 6 раз больше прошлых лет. В Кустанае масштабы не меньше. Всего в текущем году ремонтируется 38 улиц в областном центре, 36 улиц уже завершены. Так завершился ремонт улиц Тавель-Сыздык, Маяковского, которые не проводились уже более 6 лет. Продолжается реконструкция улицы Сьянова в границах от Гоголя до улицы Рабочая. На будущий год этот проект мы должны будем завершить. Также ведется ремонт улицы Баймагамбетова, она была одна из самых изношенных, порядка сейчас 3 километров. Работы должны будут завершены тоже в середине октября месяца. Не менее важный вопрос – это восстановление водопропускных труб. Весна показала, что такая работа крайне необходима. На сегодня 25% труб по автодорогам местного значения из порядка 2000 требуют ремонта. В текущем году будет отремонтировано 157, и по 39 будет увеличена пропускная способность, тоже очень важно. И мы большую работу сейчас ведем по обустройству обводного канала в Карасутском районе. Задача стоит, чтобы через 2 недели начать сброс воды. Там 3 озера собралось, вот все лето работают. Применяют различные способы, идет строительство. Я вчера сам проехал, посмотрел еще раз. По проекту идем. Порядка 14 километров протяженность этого канала составит, что позволит сбросить огромное количество, порядка от 250 до 300 миллионов кубов воды. Погода первого месяца осени позволяет подрядным организациям работать, не сбавляя темпы. Сегодня уже идет подготовка к зиме, ремонтируют технику, заготавливают инертные материалы – соль и песок. Любовь Облачкина, Диар Ахметшин, телеканал «Костанай».